Краснодаре состоялся учредительный съезд Союза казачьей молодежи. Участие в мероприятии приняли порядка 1000 учащихся казачьих классов и казачьих кадетских корпусов со всего края. Принимала участие в мероприятии и делегация Славянского района. Количество молодежи, ежегодно пополняющей ряды казачьих и кадетских классов на территории всего Краснодарского края, растет год от года. Настал тот момент, когда юным казакам для общения и развития необходима своя краевая молодежная платформа. С этой целью в конце сентября этого года в Краснодаре прошел учредительный слет казачьей молодежи. Как отметил губернатор, на начальном этапе основу Союза казачьей молодежи составят учащиеся порядка 3500 казачьих классов и 7 казачьих кадетских корпусов. Это около 85 тысяч детей региона. Союз откроет для вас новые перспективы, к этому стремимся. Форумы, слеты, обмены опытом и идеями. Но самое главное, я уже сказал, что позиция в жизни очень важна. Вы сможете озвучивать свою позицию, обмениваться своими позициями, поднимать темы, которые волнуют вас сегодня, говорить нам, взрослым, о своих проблемах. И вот здесь Кубанский союз молодежи позволит вам использовать все эти возможности. Мы уже доказали всем, казачество – это не пережиток прошлого. Настал черед молодых менять современную жизнь к лучшему, подытожил губернатор. Славянский район на слете был представлен учащимися 11, 16 и 46 школ района. Здесь уже на протяжении многих лет успешно действуют казачьи классы. Обращаясь к собравшимся, вице-губернатор Кубани, атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда, добавил, что учредительный съезд Союза казачьей молодежи проходит в дни празднования 225-й годовщины высадки черноморских казаков на Тамань и 80-летия Краснодарского края. Ваши успехи в учебе, самообразовании, духовном развитии должны стать достойным продолжением доблестного служения Родине, наших предков, тех, кто своим трудом и несгибаемой волей преобразовал эту кубанскую землю, подчеркнул атаман. Итогом встречи стало подписание протокола о создании регионального общественного движения «Союз казачьей молодежи Кубани». Мария Климова, Александр Косицын, программа «События».